Нана Шишкина, участница проекта «Танцуют все 9», тренер по хореографии сборной по художественной гимнастике «Ашдот Израиль», опыт работы в качестве танцора с популярной израильской певицей Эден Бензакин, постановщик хореографии участницы телеверсии шоу «Израиль имеет талант», «Королева красоты Израиля 2018». Всем привет! Сегодня у нас в гостях Нана Шишкина. Нана, привет! Привет. Давай быстренько, как ты чувствуешь себя после классов, которые уже прошли? Я чувствую себя прекрасно. Это было очень-очень ярко, очень круто. И мне понравились все-все до единого, потому что они все были очень... Они все крутые ребята. Здорово, спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, как вообще ты приступила к танцам? Во сколько лет начала танцевать? Как началась твоя танцевальная карьера? Я начала в 4,5 года заниматься гимнастикой. А в 10 лет начала танцевать. Это мой первый хореограф, это была Яна Заяц. И вот с конкурса «Мини-мисс Днепропетровск», когда я начала участвовать в модельных конкурсах, началась моя карьера танцовщицы. Здорово. Всем очень интересно узнать, как же прошла твоя жизнь на проекте «Танцуют все 9». Расскажи, пожалуйста. Очень много людей спрашивают, да, про «Танцуют все 9». И вы знаете, я очень счастлива, что была на этом проекте. Я безумно благодарна всем, кто там был. И до сих пор мы с ребятами переписываемся со всеми. Это был международный сезон, где участвовали, то есть все просто Америка, Япония, Франция, Украина, Россия. И после проекта у меня жизнь очень кардинально изменилась. Я уехала жить в Израиль. Я сейчас там развиваюсь, живу, учусь. И очень много людей, которые пишут на «Танцуют все», что «Нана, блин, мы тебя видели на «Танцуют все», это такая классная». И после разных этих слов мне хочется как бы танцевать, дарить эту эмоцию, радость. И для этого я этим живу и развиваюсь именно для вас. Здорово. Скажи, пожалуйста, какие двери еще для тебя открыл проект и, возможно, с какими звездами ты уже успела поработать? На проекте «Танцуют все» я работала с Татьяной Денисовой, с Вовой Раковым, с Яной Заяц и очень многими другими хореографами, которые очень много добились в своей жизни, то есть в Украине, в России, и эти хореографы с большой буквы. Также я сейчас работаю в Израиле. После этого меня увидели продюсеры, режиссеры в Израиле. Я работаю сейчас, работаю в клипах разных, снимаюсь с популярными певцами, певицами, с Эден Бензакен, выступала на концерте Малума. И вот так вот развиваюсь. Здорово, хорошо. Очень интересно было узнать о твоей танцевальной карьере. А что насчет конкурса красоты? Мне кажется, ты стала королевой. Расскажи, пожалуйста, об этом нам немножко. В Израиле проходил конкурс «Малькота Йофи Альпайм Вешманесре». Это, то есть, «Королева красоты 2018». И этот конкурс прошел отлично. Я стала, да, «Королева красоты 2018». И классно, мне нравится очень, потому что танцы, моделинг, вокал, совмещать это все, это жизнь очень насыщенная, и то есть мне очень нравится. Хорошо, вернемся немножко назад. Очень многие наши студийцы знают, что когда-то ты танцевала на нашей студии. Расскажи, пожалуйста, кто были твоими педагогами и чему ты тут научилась? Я танцевала с Инной Миргоязовым и Дэном Миргоязовым. Кстати, Дэн Миргоязов – это мой хореограф-постановщик на «Танцуют все 9». Та хореография, которую я танцевала изначально, это постановщик он. И я ему очень благодарна. Это очень крутые ребята. И я могу, не побоюсь этого слова, это хореографы с большой буквы. Вот это те хореографы, которые достойны, идут сейчас, развиваются именно вот с каждым годом. Они растут и растут. Я вижу студию, я смотрю ваши видео DDC. То есть с каждым годом у вас что-то новое. И мне это очень нравится. Я очень рада, что есть такие люди, как DDC, и вы работаете. Спасибо тебе большое. Скажи, что ты пожелаешь нашим ребятам на будущее? Я пожелаю всегда развиваться, никогда не останавливаться и всегда идти к своей цели, потому что в конце концов вы добьетесь, чего вы хотите. Поэтому я вас люблю и всегда в вас верю. Вы всего сможете, всего добьетесь. Спасибо, у нас была Нана Шишкина.